Это четвертая планета Солнечной системы. Четвертая, не третья. Что вы говорите? Слышь, Клавка, это оказывается мы на четвертой планете живем. Степаныч, что это за планета такая? Четвертая планета, Николай, это Марс. На нем нет жизни. Это знает каждый школьник. Конечно, нет. Разве ж это жизнь? Если б ты знала, если б ты знала, сколько чудесных песен от тебе звучало, если б любила, если б простила, если бы можно было все начать сначала. И у причала ждал я немало, даже луна тебя в тот вечер ждать устала. И без тебя такой далекой сразу стал я одинокий. Если б ты знала, если б ты знала.